Маник – отличная домашняя выпечка, так как получается всегда и прекрасно сочетается с фруктами и ягодами. Маник с вишней на кефире – рецепт, который должен быть в копилке у каждой хозяйки. Рецепт этого пирога настолько простой, что справиться с ним может кулинар, который умеет пользоваться венчиком и знает, как включить духовку. Маник получается воздушный, очень нежный с приятной кислой ноткой вишни. Делюсь рецептом, как приготовить маник на кефире с вишней. Конечно, вместо вишни можно использовать любые ягоды, но мне кажется, что именно кислинка вишни делает вкус маника ярче и богаче. Ягоды можно брать как свежие, так и замороженные, подойдут любые. Приятного! Манку нужно предварительно залить кефиром, чтобы она немного набухла. Примерно 30-40 минут. Манку нужно предварительно залить кефиром, чтобы она немного набухла. Примерно 30-40 минут. Яйца и сахар взбейте до пышности, добавьте к манке. Она уже должна подойти и стать воздушной. Добавьте растопленное сливочное масло и муку с разрыхлителем. Быстро перемешайте и влейте половину теста в форму. Добавьте вишню и снова залейте второй половиной теста. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.